Добрый вечер. Это агентство телевизионных новинок. У студии Олесь Кругляков. Заглядом подей Украине на эту годину. Наша тяжкая журналистская праца была сегодня у центре уваги депутатов Верховного Совета. И это не дивно, бо на сессии нареште вы решили приступить до разгляду закону об друку. Ранішнє посяджение парламента, як и звичайно, почалося з розділа «Розне». Депутат Сергій Наумчик виступив з ініціативи звороту у Конституційний суд у связи с діяннями президента по передаче в адміністрації некоторых сродків масової інформації і Белорусского дома друку. На думку депутата, это рішення суперечить з 33 і 34 артикулами основного закону країни, які забороняє монополізацію сродків масової інформації. Это выступление стало предмовой до обмеркования и прийняття артикулу закону об друку. Треба отзначить, что обмеркование этого законопроекта проходило надзвичай спокойно. За уваги парламентарии утичилися только некоторых артикулов. У приватности на голосовании не пройшов 6 артикул, який регламентує питання, связанные с тем, на какой мове повинны выходить видание, с основанником яких является державный орган. И все ж, ці будет принятый этот закон, меркование депутатов? Закон будет принятый, але будет вельми сумно, коли гэты, як и некоторые іншие законы, будет половинчаты. Коли он будет покидать лазейки для несумленных людей, коли гэта будет так, то оппозиция будет вымушена бойкотировать закон, лепш уже ніякага закона, чем закон половинчаты. Але я спадзяюся на то, что у депутатов хопить розуму, зразумеет ту простую истину, что свобода прессы – это главный гарант демократии и главный гарант стабильности у державы.